утром выходишь, особенно где-то в часов 6 утра, вообще аж туман стоит сплошной. Запах вот этот вообще. Это вот неделю, да, получается, последний? Да, уже где-то так. Сегодня сильнее, чем обычно, или как всегда? Сегодня вообще аж дышать нечем было. Он до сих пор аж... Сейчас уже немножко выветрилось, да? Да. Что, я ехали, сейчас чувствую, что жестко. Ну, видимо, было еще сильнее, да? По утрам вообще тут что-то творится. Ну, вы считаете, что с завода пахнет, да? Ну, да. А почему так думаете, именно с завода? Почему думаете, что именно с завода? Ну, откуда еще может такая гарь быть? А там на заводе там что-нибудь вот визуально вот, что-нибудь происходит, когда вонять там начинает? Там вот обычно пламя вот это включает, вот это вот она горит. Вот от него тоже может быть. Ну, понял. Вот эту сопку вот вообще не видать. То есть туманом накрывает, да? Ну, он накрывает полностью. Ну, спасибо большое. Хорошо.